Всем привет! В эфире Телегид, самый подробный обзор фильмов и программ нашего канала. На этой неделе смотрим финальные аккорды «Дежурного ангела», наслаждаемся по-настоящему стоящими картинами и явно не скучаем по вечерам. Подробности расскажу я, Анна Троян. В середине недели, друзья, мы увидим масштабную под стать литературному оригиналу экранизацию знаменитого романа Льва Толстого «Война и мир». Режиссер картины Сергей Бондарчук и его команда потратили на съемки около 6 лет. Это один из самых дорогих фильмов за всю историю мирового кинематографа. Необычную зрелищность придают масштабные батальные сцены. Лента получила множество престижных наград, в том числе премию «Оскар» и главный приз Московского международного кинофестиваля. Все части нам предстоит увидеть в среду, четверг и пятницу в 8:30 утра и 17:00. Качественно преобразиться, заняться спортом с пользой и правильно подобрать обувь. Наша программа «Выбор ЛРТ» поможет найти ответы на эти вопросы. Вместе со знатоками своего дела ведущая Луиза Егеазарян исследует рынок товаров и услуг. Пробует на себе новшества и помогает сделать верное решение. «Выбор ЛРТ» смотрим в пятницу в 19:15 и по выходным. А еще в завершении рабочей недели ЛРТ подарит нам биографическую драму о том, кем был безбашенный ливерпульский музыкант, прежде чем стать Джоном Ленноном. Помимо знакомства будущих Битлов и их первых шагов к славе, большое внимание в картине уделили отношениям Джона и его матери. Долгое время его не оставляло ощущение брошенности. И воссоединение с ней, ее любовь к рок-н-роллу во многом определили будущее сына. Потрясающую ленту смотрим 24 ноября в 22:15. Ты меня до смерти напугал. Место подходящее. Любила? Ну что ты говоришь такое? По тебе не было видно. Ты просто не всматривался. Может, близорукость помешала. Возможно, неделя была трудная, и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. В выходные наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и в воскресенье 10:00 и 19:30. Ну что ж, а сразу после утренних итогов вы увидите продолжение красивейшей истории о сражениях, любви и чести. Многосерийная сага о последнем королевстве. Нашего героя с малых лет держали в плену даны, однако до сих пор парень чувствует, что в его венах течет аристократическая кровь саксонов. Утрода воспитали как викинга, но сейчас ему предстоит сделать сложнейший выбор, каким рядам примкнуть, на чьей стороне он останется. Разберемся в выходные в 11:00. В эту субботу, друзья, мы убедимся, что американские блондинки – это не только куклы Барби, но и отважные защитницы правопорядка.
Мультимиллионер нанимает своей дочери телохранителя, однако та готовится к свадьбе и не желает, чтобы вокруг нее вились накачанные мужчины. В итоге в охранники невесты доверяют суперагента с внешностью топ-модели. И теперь у сильной девушки не остается другого выбора, как стать телохранителем избалованной девицы, для которой торжество самое важное. Что из этого выйдет, узнаем 25 ноября в 21:00. Ложись! Вниз, немедленно! Ложись, ложись! Хочешь знать о нашем телеканале больше? Тогда постоянно заходи на официальный сайт www.lrt.tv. А еще за жизнью ЛРТ вы можете следить во всех соцсетях. Присоединяйтесь к нашей дружной команде. Помните, плохая погода не повод для грусти. Главное, что у вас внутри. С вами была Анна Троян. Пока-пока.